Крупномеры форзиции и промежуточный микадр Forsythia intermedia достигают высоты около полуметра. Кустарник имеет густую крону и вертикальные побеги, усыпанные мелкими желтыми соцветиями. Сорт зимостоек, однако в первые несколько лет после посадки его рекомендуют укрывать. Рассада нетребовательна, высаживается в любую плодородную, умеренно влажную почву. Место должно быть солнечным и безветренным. Хорошо смотрится как поодиночке, так и в группах. При массовых посадках следует соблюдать расстояние между луковицами в 1,5 метров. Микадр используется для декорирования парков, садовых и дачных участков, береговых линий. Форзиция промежуточная микадор – это кустарники высотой 120-150 см, диаметром 100 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Окраска цветка желтый. Лист растения по форме яйцевидный, ланцетный. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая, осенью листва бронзово-красная. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.